пленка и ряд других технологий. Командир воздушного судна, летчик испытатель первого класса Сергей Крастиев докладывает о том, что самолет готов к взлету, экипаж тоже. Вы слышите, пошли обороты, отпускают тормоза, и сухой Суперджет 100 побежал. Сухой Суперджет – идеальный инструмент в решении задач, стоящих перед коммерческими эксплуатантами. Это раскатка новых маршрутов до того уровня спроса, при котором будет целесообразно ставить на них узкофюзеляжные самолеты большой вместимости. Подмена при необходимости более вместительных самолетов, эксплуатирующихся с низкой пассажирской загрузкой в периоды сезонных спадов авиаперевозок. Самолет сочетает в себе уровень комфорта магистральных самолетов и экономическую эффективность региональных, лучших в классе совместных аналогов. На сегодняшний день это самый современный серийно выпускаемый самолет. В 2011 году началась, напомню, его коммерческая эксплуатация. Самолет рассчитан на перевозку пассажиров как на ближнемагистральных, так и на среднемагистральных маршрутах. Обратите внимание, вот такая косая петля сейчас со снижением разгоняет сухой Суперджет 100. Экипаж в составе летчика-испытателя первого класса Сергея Карастиева, второго пилота летчика-испытателя первого класса Александра Верхова и в составе экипажа ведущий инженер-бортовой оператор Денис Вележанин. В этом году в рамках масштабной статической экспозиции самолет «Сухой Суперджет 100» представлен. Часто летает, действительно, порой очень тесно, особенно вот «Боинг 737». Многие, наверное, знают, там действительно тесно. Но вот создатели обещают, что в этом самолете будет достаточно комфортно. Идет снижение, выпущено шасси. И вот практически перед касанием отворачивают вправо. Руды сейчас вперед. Добавлены обороты двигателей, и самолет вновь всплывает в это небо, совершая уход на второй круг. Эксплуатация самолета возможна в широком спектре климатических условий при температуре от минус 54 до плюс 45 градусов по Цельсию. Хочется отметить, что в 2016 году Европейское агентство по безопасности полетов выдало сертификат на версию «Сухой Суперджет 100» увеличенной дальности полета. Сертификат позволил представить зарубежным заказчикам «Сухой Суперджет 100» с дальностью полетов, увеличенной на 50% по сравнению с базовой версией. Обратите внимание, сейчас по короткой траектории заход уже для реальной посадки, шасси. Несколько метров над ВПП, и вот есть касание. Обратите внимание также и на короткий пробег на посадке. Тормозит сейчас экипаж. Аж дым вот сейчас за Суперджетом. И уже останавливают прекрасный пассажирский лайнер современности и нашего с вами будущего. Сухой Суперджет 100 остановился на полосе. Экипаж продемонстрировал его прекрасные летные характеристики. Сейчас крутит уже такой вот левый вираж на ВПП, разворачивая его вокруг своей оси. Видит вас. Ваши аплодисменты, друзья мои, ваши руки. Самолет требует вашей поддержки. Наверняка кто-то из вас, кто присутствует сейчас здесь среди зрителей, уже пользовался услугами этого самолета в составе некоторых авиакомпаний нашей страны, в том числе и Аэрофлота. Кому-то, возможно, еще предстоит подняться в небо на
духом в Суперджете, поэтому вы сейчас можете быть спокойны после таких вот виражей, которые закладывал экипаж. Самолет действительно безопасный, комфортный и достаточно тихий. Нам осталось пригласить специалистов авиационной отрасли посетить шале номер D1 и стенд в рамках экспозиции Объединенной авиастроительной корпорации ОАК, расположенной в павильоне F1. Кроме того, вы можете посмотреть на самолеты Сухой Суперджет 100 на статической.